как пытались. Нет, а можно, отлично. А можно, который не пишет? Всем интересно, в какой все-таки форме. Не без команды пока, тут турнир предстоит. Как вы сейчас ощущаете? Без команды? Ну, вы пока без команды, но не в официальных матчах не принимали участие. Что касается физической формы, чувствую себя отлично. Конечно, не хватает игровой практики, но сейчас ничего изменить нельзя, надо выходить играть в следующем матче, когда это предстоит возможность. Олег Знаров сказал, что будете вы решать, поедете на Евротур или не поедете? Ну, и я должен был решать, в каком я физической форме нахожусь. Я нахожусь в отличной физической форме. Сейчас тренер будет решать, подхожу я команде, могу принести пользу или нет. То есть готовы играть сразу, да, с стартом? Готов. Да, у вас скучили по хоккею? Очень. Слав, как когда затянулось и вернулся еще месяц, да, здесь все тянулось, как это переживал или отпустил уже ситуацию, старался не... Я давно уже отпустил эту ситуацию и ждал, когда начну играть, присоединюсь к команде. Вот наконец-таки вроде все решилось. Правда у вас такая большая зарплата? Нет. Нет? Коллеги, спасибо.